Привет всем, продолжается. Как и ожидал. Реально целый. Продолжается Man of Medan. Поехали, третья серия, продолжаем. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты. Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском и вокруг рыбы, водорослей. Как? Акулы. Какая? Простая рифовая. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и вытушил, что там было в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Она со мной заигрывает, с Брэдом. Поговорить хотел. Алекс, ты для меня открытая книга с большими буквами. Поэтому я вижу, когда что-то не так. Выкладывай. Да я просто задумался немного. Джулия, а ты счастлива? Ты затрахал. Счастлива. Ну, да, конечно. Почему спрашиваешь? Но я просто волнуюсь о нашем будущем. И все. Что дальше? А что дальше? Я думаю, дальше у нас будет долгая и счастливая жизнь. Вместе. Правда. Знаешь, ты лучшее, что со мной случалось. Я люблю тебя, Алекс. Раз уж такие дела. Раз уж они парочка. А куда все делись? Пойду гляну. А ты тут подожди. Отношения мне показывайте. Хорошо все. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ну, и где же... Ну, волшебные врата. Что? Официально хочу принести извинения за брата, который ведет себя как пацан озабоченный. Не страшно. Пацанам управу найду. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Чувак из Quantum Break. Блин, как интересно все время класснуть на букву С. Какая там особая возможность была. Блин, интересно мне, интересно все. Ну чё, давайте бухать. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Так, я пошел за планшетом. Ну раз я. Показывайте фотки. Ты какой-то загруженный. Не, все путем. Прости. Я так задумался. А можно его крутить? Ага, крутить можно вот так. Ладно. Того, что случилось, нырять нельзя? Бах, нахрен. Я еще раз повторю для протокола. Красавчики. Законно. Окей? Но дело уже сделано, и теперь надо молчать об этом вечно. Иначе попадем в тюрьму. Ну, я буду молчать. Ну, завтра-то ныряем. Нормально. Хочу своими глазами увидеть. Эй, где планшет? А, прости, я отвлеклась. Ничего, найдем его. Да ты гонишь. Фотки не даешь посмотреть. Нормальные фотки, между прочим. Оу. Есть, идем. Благодарствую. Это что за карта в руках? Иди сюда, красотка. Сёма, понятно. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли?
Этот самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Догонишь, всего-то пуля. Ты права, мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно, может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. Догонишь. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, знаю. Флис, хорошо. Но они, конечно, совсем не такие, как у Флис. Сказку давай. Сказку, блядь. Ну давай, ладно. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Рассказывай. Ну давай, напугай нас. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови. Еле бредет по берегу. Это как так? Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Бля. Ладно, ладно. Только об одном и думает. Да. А она говорит. Я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю как есть, только факты. Двух человек порубили на кусочки... Мне топор. Нравится эта история. Я не знаю. Ладно, ну я да, люблю. Иногда надо приукрасить факты, чтобы ярче засияла истина. Понимаю. Ладно, и кто убийца? А женщина. Это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и такая. Он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Да, ладно. Тогда тебе, обидка. Он подкрадывается к шкафу, открывает... И так и есть. Внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотрите, в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. Не надо нахер, там он же. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Блять. Ужас какой. Вот это поворот. Урод. Нормально, нормально. Я заценил. Лихо закрутил. Лихо, лихо, да. Нормально. Меня ты напугал. Здорово. Неплохо, нормально, да. В прошлый раз звучало получше, но сойдет. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портит. Ну-ка нахер. Хорошо. Не-не-не, по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это может, не стоит. Стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку, друг. Не, я пас. Блять, то там это... Серьезно?
Так, что это происходит? Флис. Ну хотя бы... О, господи, как тебя зовут? Как тебя зовут? Конрад. Опачки, за Конрада. Джулия тебя зовут. Флис, Джулия, Алекс и Брэд. Хорошо. Конрад, это интересно. Дюк. Оф Милан. Оф Милан. Дюк оф Милан, вот так. Есть нахер. Вот это поворот. Рыбаки, те самые. Так, ёпа мать. Нездоровое что-то происходит. Так, руки на пульс. Руки на клавиатуру. Лови, урод. Это кто-то из своих. На, тварь. Я так и знал. Блять, не надо. Больно. Тихо. Вот и первая ошибка. Здрасте, мордасти. Не надо нахрен, я все расскажу. Все отдам. У меня есть деньги. А еще двое где? Флис и Брэд. А вот и Флис. О, вот этот товарищ, да. Чудесно. Чувак. Хватит. Страшно нахрен. Брэд тащит, отвечаю. Давай теперь с Алисом тоже проделаем. Ой, я тебя даже не видел. Джулия, ты как? Нормально. Ох, какой стрёмный мужик. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Руки, руки на клавиатуре. Что-то странное начало происходить. Что такое? Угу. Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Что они с нами сделают? И думать не хочу. Надо выбираться. Отличная, хорошая новость. Вот мы влипли. Осмотреть, развязать. Развязать, конечно. Надо освободиться. Срочно. Это умная мысль, как мне кажется. Черт. Не вышло. Давай. Не надо, урод. Больно. На, сука. Я с тобой потом разберусь. Джуниор. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок. Слышь, отвали. Да.
Чего надо, уроды? Пуля? Нет, это плохо дело. Хватит. Стойте! Чего? Не надо, прошу. Слышь, ты чего? Остынь. Ок. Но не надо так. Потом с ним разберемся. Жесть. Просто побили меня ни за что. Держи себя хорошо, малыш. Ладно. Ладно. Джоли, они идут. Конрад! Нет! Пустите! Алекс! Эй, руки убери! Алекс! Сволочи! Эй! Гондон! Хлебал, закрой! Урод, а? Блин, капец, схинцов... Они любить не будут. Флис не тронули. А, ну, Флис, я смотрю, с ними прямо спелась. Брэд, что видел? Что ты такой урод, Алекс? Нет. Нет. Но ты это, не волнуйся. Этим, небось, просто деньги нужны. Давай. Повернись. Руки не показывай. Как приведут Джулию? Попробуем на них напрыгнуть. Так, идут. Так, ублюдок. Нет, ну что за хрень? Что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Блин, не убираю руки с клавиатуры, потому что непонятно. И я не уверен, что им нужны деньги, серьезно. Что-то здесь не так. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. В смысле? Что за бред? Катер может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Сделаем все четко. Застанем их врасплох и вырубим. Надо наброситься. Забрать ствол. С пистолетом мы отобьемся и заставим их сдаться. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно, обойду по борту и нападу оттуда. Мы нападем с другой стороны. Не бросай нас, ладно? Ладно, пошли. Блин, ну, миссия невыполнима. 2, 3, 4, 5, 6. Эй! О чем ты думал? Ну какого хрена-то? В смысле? Я нажал! На, ровно на 6. Конрад, то на другой порт, нападем вместе. Я серьезно нажал? Судя по всему... Иди
Иди-ка ты в жопу. Кони, давай! Белли! Падла! Ты гонишь? Дурак. Не надо стрелять, урод! Это было нечестно. Не хочу переигрывать. Иди их вниз. Держи. Стреляй, если надо. Черт! Это нечестно, мышка меня подвела. Я уже прям нажал, когда надо было. Ну, ёпа-мать. Садись. Какая беда. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Живо. Ну, по крайней мере, никто не умер. Арете, бандикон! Семон Бато! Стоп! Ферме-ла! Ou je te mets mon poing dans la gueule! Это нечестно. Нечестно, мышка подвела. Олсен! Сюда! Дьявол. Ладно, по крайней мере, не критично. Но эти суки нашли. И да. Кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото? Чудесненько. Срал наш шанс. Мы не отбили яхту из-за тебя. Да, я в курсе. Так, заткнулись живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Это ловушка. И ты нас подставила. Эй, мудила. Рот закрой. На класс. А, жесть. Все вы! Невозможно просто убирать руки от клавиатуры. Ты кто такой? Со мной. Эй, оставь ее! Узнай, сколько пробиться шторм. Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно. Да уж куда яснее-то. Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке?